Итак, дорогие наши зрители, мы продолжаем наше путешествие по Черногории. Спустившись с горы Ловчин, мы движемся в направлении древней исторической столицы Черногории. По-моему, я забыл вот это добавить словосочетание «древняя историческая столица» и сказал, что мы едем в столицу Черногории Цетини. Но, с другой стороны, я не очень-то и ошибся, потому что в настоящее время в Черногории, вот хотите верьте, хотите нет, считается две столицы – Подгорица и Цетини. И, кстати, штаб-квартира президента, что ли, да, я не знаю, как там правильно называется, находится именно в Цетини. И, по-моему, какое-то там Министерство культуры тоже находится в Цетини. Что мы хотели посмотреть в Цетини? Вот уже городочек начался. Мы хотели посмотреть, в первую очередь, Цетинский монастырь. Это 15 век. И просто погулять по городу, посмотреть, что такое одна из столиц Черногории. Здесь очень уютно оказалось. И мы вот сейчас приближаемся как раз к монастырю. Да. Это вот Богородица. И монастырь тоже называется так же. Православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Недалеко от этого храма находится. Вообще вот эта церковь стоит на том месте, где этот монастырь, Цетинский монастырь, куда мы сейчас идем, находился ранее. Но, к сожалению, тут шла долгая, упорная, кровавая битва с Османской империей. И два раза турки сжигали этот монастырь. И вот когда первый раз он был разрушен до основания, в 1692 году, он до этого стоял как раз там, где стоит вот эта церковь Рождества Богородицы. Наджипури, так почему-то называется. И потом уже был монастырь перенесен, ну там метров 300, наверное, примерно. Перенесен сюда, ближе к скале. И после этого турки опять сожгли этот монастырь, и опять он был восстановлен. Вот так вот. И долго-долго это продолжалась эта битва. Для паломников скажу, что в монастыре хранятся десницы Иоанна Крестителя, мощи святого Петра Цетинского, частиц святого Креста и много других православных реликвий. Монастырь очень приятный по ощущениям. Может быть, потому что не было много туристов, мы были практически одни, и никто нам не мешал спокойно походить, посмотреть иконы, посмотреть этот монастырь. Итак, мы в центре города Цетини. Скорее всего, ударение на первый слог – Цетини. У них почему-то везде первый слог главный – Цетини. А вот такой интересный черногорский колодец желаний. Я долго искал в интернете, ну что же такое за памятник непонятный со змеей. Оказалось, что вот сюда надо бросать денежки, загадывать желания, а змея, как черногорцы говорят, супруга, наблюдает, сколько денежек ты положил, какие желания ты загадал. Вот как у них все замучено-то. Не говори. Алла. Я даже не знаю, это, наверное, один из самых нестоличных, одна из самых нестоличных столиц, которые мы встречали в своей жизни. Вот что еще можно привести? Это такой провинциальный, скорее. Провинциальный городок, а в России бы я назвал даже, может быть, поселочек. Он собака-художник. Она рисовала картину, а теперь отмывает свой нос от красок. Алла кошка хохочет, наблюдая за этой. Какая столица, какую столицу мы привели бы как, ну, похоже по своей вот такой интимности, карманности, миниатюрности? Россия! Америка! Эти ребята долго на меня смотрели, потому что, как они сказали потом, они подумали, что я или американец, или немец какой-то.
и очень были напряжены в отношении меня. А потом, когда мы сказали, что мы из России, они очень обрадовались. Ну, то, что они кричали, вы сами слышали. А из столицы, я, наверное, скажу, Братислава, может быть. Вот... Ну нет, Братислава тоже как-то она побогаче. Она побогаче, да. Но все равно маленькая. Ну, а это прям совсем старинная. И вторая столица Словении. Помнишь? Любляна, да? Любляна, да, нет, тоже. Это тоже больше. Ну да, но все равно они маленькие. А что Братислава, что Любляна. Очень хорошие, уютненькие. Ну, не уходите далеко, наше путешествие продолжается.